Да. Да. Через пару минут буду. Извините. Ты же не это хотела сказать. Ты же хотела сказать, лучше бы ты меня раздавила, да? Ничего страшного, ничего. Со мной это уже случалось, ты не первая. Хочешь, расскажу как? История шикарная. Я маленький был. Вот такой. Меж пальчиков помещался, вот как ты сейчас. Неинтересно, да? Знаешь, у меня для таких, как ты, слово есть. Такое простое, короткое слово. Некоторые говорят, что грубое, но вообще вполне себе литературное. Ты угадай, это аббревиатура. Первая буква. Сексуальная. Самое лучшее. Самостоятельная, правда, это не про тебя. Вторая буква – это унылая, уставшая от того, что все зашибись. Умная, уникальная, как тебе кажется. Третья буква – это доказатый драная. Ты кляча чертова! Ты курица, бля, курица! Куда? Четвертая – это А! Просто буква А! Аллергия, анафема, анальный секс, ты поняла? Это слово «сука»! Ты сука! Из таких, как ты, наша жизнь превращается в ад! Это ты задавила меня! Это ты, сука, такая же точно, как ты, твоя мать, твоя сестра или твоя подруга! Это ты, сука, меня убила! Если бы ты меня задавила, я бы ползал здесь и из последних сил писал бы на асфальте своей кровью! Сука! Так-так-так, как же напряжение сбавить? Бракованный ты, что ли? Так ведь и убить можно. Здравствуйте, Аня. Ну что же, можно считать сегодняшний день праздником. Я на ней покатался. И Майба, конечно, но пойдет. Я еще одну суку жизни научил. История шикарная. Здрасте.